Надеюсь, это Радел права. Так, шестерню падальщика можно вставить в механизм подъемника. Свое дело знаю. Ну, пойду за Уридом. Найти Урида или причину, по которой машина атакует. У Марада все так просто. Я тебя найду, Урид. Будь жив. Хочу видеть твое лицо, когда тебя спасет младший брат. Путь к мудрости. Король Солнца Седаин пришел сюда за ответами и получил видение о Доме Солнца.
разводные мосты для защиты. Ну и чтобы паломники платили за проход. Как же мне опустить мост? Снова попал. Один есть. Второй тоже сбил. Как бы меня потом не послали их чинить. Отец хотел привезти нас сюда в детстве, но машины становились все опаснее.
Отец любил рассказывать нам, как он поднимался на солнечный пик, как и король солнца Садаин. Он всю жизнь гнался за бессмысленной славой. Добавит огонька. Броня машины. Беру. Да, там можно спуститься. Похоже, механизм подъемника внизу. Можно попробовать путь попроще. Что-то где-то сломалось. Я уже починил один подъемник. Почему бы не починить и этот? Там шестерня. Еще одна шестерня. Огнежар.
Если Кархатьмы победят нового короля Солнца Авада, они отправят рабов, чтобы все починить. Очередная кровь во славу Дома Солнца. Ага. Что ты такого увидел, Урит? И почему не вернулся рассказать Мараду? Заело. Отсюда придется лезть. Как я доберусь до видения Садаина? Еще не разучился.
Восход Дома Солнца. Отец, ты всегда хотел, чтобы мы это увидели. И я увидел. По легенде, королю Солнца Садаину явилось видение на горе, и он написал эту картину. Отлично, разрядник.
резьбе можно залезть. Насколько я помню, это конец тропы паломников. Только скалолазы могут добраться до вершины. Когда дверь камеры захлопнулась, я думал, жизнь окончена. Что бы ни произошло дальше, я снова повидал горы. Что там висит? Инструмент для подъема. Крюкомет. Его оставил Урит. Выронил, спасаясь от коршунов. Крюкометом можно зацепиться за то кольцо. Вот это да. Уж не знаю насчет мудрости. Но красоту здесь точно можно найти. Thank you.
Ладно, попробуем. Что придется прыгать. Урит здесь останавливался. Огнежар. Thank you.
Это я возьму. Может сложить пирамиду для тех, кто пойдет следом? Держись, пирамидка. Коршун! Да курит перебил не всех! Ты сбил? Надо стереть воду с лица! Надо добивать! Теперь он слабее. Уничтожил! А, сколько еще машин ты оставил для меня, Ури? Теперь по уязвимым местам. Тебе конец! Холодно! Точно в цель! Вот и вся броня! И малый урон! Что, хочешь еще?
Побил его! Надо стереть воду с лица! Надо переломить ход боя. Больно, да? Да, потихоньку разнесу. Кажется, это все. Хвала солнцу. Еще броня. Смотрим, найдутся ли ответы на вершине. Здесь отдыхал король Садаин перед подъемом. И Урит, надеюсь.
Ну, теперь ясно, зачем им понадобился скалолаз. Надо осмотреться. Дым. И он идет с подъема когтя. Урит, это ты подаешь сигнал? Наверняка что-то есть. Охотника. Да, работа Урида. Преследую, громозев, подъем когтя. Ладно, брат, пойду на подъем когтя. Несмотря на всю силу, я видел дым наверху этих руин. И метку Урида он преследовал громозева. Но с какой стати машина направилась сюда?